достаточно. По юнитам тоже опередил, несмотря на то, что китаец трупового спамил. В общем, да, закономерная победа логики в этой, на этой карте. Ну что, друзья, продолжаем. Счет 2-1, все только начинается. Четвертая игра. Сумер Арена. Погнали. Лазерный американец Орак. И логика Китай Нюк. Давайте мы поставим генералов. Нюк против лазера. 2-1, логика впереди. В принципе, на этой карте и тот генерал сейчас имеет способность победить. Поэтому будет очень интересно смотреть. Конечно, опять же, кто законтролит. На карте весьма богатый центр. Раз вышка, два вышка. Три вышка, четыре вышка и много коробочек. Посмотрите, много коробочек в центре. И, кстати, мейн каждого игрока тоже не бедствует. Раз саплай, два саплай и три коробочки. То есть карта достаточно богатая. Спамить можно полную мощь. Стандарт от Юсе. Казарма и завод. И я думаю, что логика, скорее всего, тоже сейчас стандарт. Да, два суплая, ну, со старта казарма. Сразу на захват вышек логика погнался. Посмотрите, как. Военный завод есть, второй СА подстраивается, да. А позволит ли Орак, скорее всего, сейчас выйдет первый же Хамви и пойдет зачищать центр. Ну, как мне кажется, вот по правому флангу дозер уже пошел к вышке. Посмотреть, по крайней мере, ситуацию. Да, подъехал доз. Первый Хамвер насаживается, нет, пустой не поехал чистить центр. Успеет ли логика? Ну, может, в здание сначала сесть, конечно же. Правильно делает, да, по зданиям садится. Понятное дело, что со старта не получится забрать. Хотя ап еще и не выучен. Но вот пошел, посмотрите, один дозер налево убрался, второй направо. Но здесь гаттл поможет, захват уже выучен. Проходит первый хаммер по левому флангу и очень хороший здесь бункер стоит. Минус красногвардеец. Ах, ракетчик долго бежит-то. На тебя, братан, вся надежда. Беги, беги, беги. Да, пустой бункер, без проблем, хаммер. Проходит логики, извиняюсь, логики Орака. Ну и здесь справа хорош, очень гаттл отгоняет два чнука Юсы. Так, погоня за дозером. Нюк БМ уже есть. А где еще? А, ну и спрятан один дозер. Хорошо, молодец. Ракетчики высаживаются. Лазер локом ловится нюк. И, слушайте, выживают танчики, да? Выживают, один всего лишь был минус. И, в принципе, справляется здесь с гатлом. Но уже большая пачка, посмотрите, хамви, их 4 штуки. Одну вышку забрал, вторую вышку забрал, третью вышку забрал. Хороший экономический старт для логики. Замечательный просто. Тоу есть у Юсы, у лазера. Ох, минус хаммер будет. Прекрасно, мог еще и второй забрать по красоте, не получилось. И сразу Орак разбивает данные вышки. По центру побежали, да, теперь ракетчики рассаживаются. Ну, вот это здание, да, было бы прекрасно сейчас занять. Получится, получится. Центр пропаганды от китайца. Мы, скорее всего, увидим с вами ЕЦМки, а возможно даже и овер. Хотелось бы еще лотоса увидеть. Ведь есть незахваченные вышки. Нет, уже все захваченные. Да, хорош, конечно, отработал логика со старта, так как нужно. И второй военный завод от китайца. Мне кажется, все-таки не помешал бы командный центр отстроить от греха подальше. Дозер-то всего лишь один. Орак показывал, что он может в погоню за дозером врываться на базу. И посмотрите, дроп, дроп. Два хамви, я видел, точно зашло туда. Вот это-то и опасность. Посмотрите, в какую точку летит, направляется. Ох, надо убирать дозер. Да, убирает логика дозер. Прям под заводы сейчас. Ай да, Орак. А это козявка, минус последний дозер, да, хорош. Ну куда ж так такой выпад от логики-то единственным дозером. Все, дорогие друзья, выходит овер, ЕЦМ-ка, но нюк остался без дозеров и теперь без технологий. Все, что есть, вот воевать. Да, сложная ситуация, но здесь и прошли два БМа, пока минусуют просто ракетчиков. Суплаям не мешает, тут хороший спам, кстати, от Орака. Да, ужас, конечно. Орак сейчас просто не рискует. Все делает для того, чтобы сравнять счет в этом поединке. Какие-то турнир значимый. World Series. Два овера есть. Ну, должен справляться парень здесь, да. И просто раздает. Хорош, конечно, логика. Но чем теперь дальше дышать, непонятно. Ведь у Юса и повышения скоро могут пойти.
Дозер-то живые. Ух, какая пачка хамви, посмотрите, как опасно. В центр спамится много пехоты, логика пока не сдается. Логика пока еще в бою. Пошли труповозы, красногвардейцы нужны, согласен. Разбиваются в центре дома. Пока это удачно получается. И посмотрите, сколько пехоты пошло в атаку. Да, логика напоследок еще оставит. Оставит. Приветик. Хотя еще даже непонятно, напоследок ли. Вдруг победит. Это, конечно, это будет нечто. Ну, хотя такой игрок, знаете, как логика, я думаю, может. Ах, минус лотос. Не знаю, наверное, деньги здесь пыталась воровать. Минус труповоз. А справа фланга заходят два, посмотрите, овера. По красоте, один с гатлингом, один с гатлингом. По центру пехота врывается, нифига себе, какой пуш от логики. Как говорится, пуш последней надежды. Но очень много хамви. Да, блокируется завод, и вы посмотрите, в контратаку орок. Он прекрасно понимает, что у оппонента нет дозеров. У оппонента все, что есть, эти здания. Ой-ой-ой, а сам же начинает с флангов отстраиваться, но теряет. Как поворачивается игра, дорогие друзья. Казалось бы, да изи осталось здесь, да тем более с такой пачкой. Не стал орок на своей базе отбиваться, пошел вперед. Логика, попытка отбиться труповозами, ракетчиками. Фух, какой пот, боже, ну и катка. Ну и поединок, а. Много очень хамви, много очень хамви. Но ведь посмотрите, как мало зданий остается у Юса. Но есть два дозера. Как раз таки один пошел чистить эти дозеры. Ах, в чинук спрячется парень. Молодец. И есть каркас уже на базе. Бывшая логика, можно так сказать. О, но пацаны, можете же каркас подбежать, подбить-то, не? Да, какая красивая игра, дорогие друзья. Но просто-просто она врывается в топ-реплее. Как мне кажется, потенциальный полнейший топ-реплей. Вы посмотрите, какие расклады, твою мать! Еще суплай добывают у логики. Можно вообще перехватить-то суплай. Да, я думаю, этим и займется. Нет, выбивает. Минус завод. Больше вроде бы не осталось заводов. Ох, какой БМ прошел! Дозер надо спасать! Хорош, хорош, хорош! Ай-яй-яй-яй-яй, минус дозер, да, все, не осталось дозер, в каркас успел орок сверху слева построить твою дивизию, что происходит, последнее здание у логики, а, минус каркас, посмотрите, что успел орок отстроить, но пехотой далеко бежать, очень далеко бежать, твою дивизию, вау, пришел овер, отбил эти два хамви, еще есть, ой, если сейчас эти хамви потеряются, как все-таки логика контролит? Минус раз, минус два. Еще есть один БМ. Но, почти чуть-чуть осталось. Сука, логика может... А, последний хамви, GG. Твою мать, последний хамви. Вот это пот. Просто это топ-реплей. Это пока просто лучшая игра турнира, дорогие друзья. World Series 2018 года, логика Орак. Счет становится 2-2 и 1/8. Топ-реплей, который я обязательно, обязательно выделю и отдельно залью на канал.